jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osмдесят, девадесят, сто. Пацет не будет, будет падесят. Там, где большое, получится падесят. То есть двадцать, тридцать, четыреджет, будет сет, а остальное падесят будет, падесят. А, шедесят, а, сто, сто, просто сто, без ничего. То есть получается первые два, три, четыре у нас будет с окончанием цет. Двадцать, ши, сет, а все остальное с десят, с десятками будет. И вот здесь опять с большой буквы па. То есть здесь было сначала пет, потом было пат, нацт, а потом па, па, десят. То есть здесь уже остается от пятерки только па. И так же самое было шесть, шесть, а здесь уже будет только ше осталось. И все остальные одинаковые, вот изменения в 90. Здесь было деватенацт, а здесь только осталось дева. Такое то, что они говорят наоборот. Например, една двадцать. То есть это типа тоже 21 считается. Не знаю, зачем они это делают, но они меняют местами их тоже иногда. Но вообще будем говорить вот как у нас, допустим. 32. Сейчас вам нужно следующее. Послушать два диалога. Сначала будет диалог один, диалог два. И ответить. Слушаем диалоги. Какое там число? 23, 24. Ага. Jarmila je na nádraží. Prosím, Karlovy Vary. Zpáteční? Ano, zpáteční. Kolik to stojí? 196 korun. Ještě raz. Jarmila je na nádraží. Prosím, Karlovy Vary. Zpáteční? Ano, zpáteční. Kolik to stojí? 196 korun. 96. 196. Zdeněk je v kině. Prosím vás, máte lístky? Ano, máme. Kolik stojí lístek? 130 korun. Marwan hledá taxík. Taxík stojí vedle banky. Сейчас прослушаем диалог и вы скажете, вот какое сказал число и второе вот. Сейчас смотрим. Lukáš Marwan hledá taxík. Taxík stojí vedle banky. Dobrý den. Dobrý den. Tak kam jedeme? Durychova 117. Aha, to je Praha 4, že? Ano, ano, Praha 4. U nich tam je Praha 10 všeho. To je jako rajonov. A je to čtvrtý rajon.